Всем здравствуйте, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Миша, блять, Иванов. Мы продолжаем проходить GTA Vice City. Сразу начнем с телефонного звонка. Казалось бы, блять, нахуя? А он нахуй не активируется, смотри, блять. На, блять, получай. Классно, у меня звонок не активируется телефонный. Это баг или что? Или мне, может быть, нужно на телефон подъехать на машине, блять? Смотри, он не активируется. Ну и пошел нахуй, блядь, телефонный звонок. Я пойду к Диасу. Он не активируется? Да и хуй с ним, блядь. Пошел в пизду, блядь. Такс. Окей, тогда мы едем на тот, опять же, остров, в особняк. К моему любимому, толстенькому, маленькому Диасу, который даст мне очередное мозгоебительное задание, например. Которое мне очень сильно понравится. Кстати, у него вроде как будут сложные задания, такие там реально сложные, но вполне себе выполнимые. Бля, ебать, на мотоцикле я рассекаю, нахуй, это вообще. Щищ, блядь. Окей. Тут где-то мачете должно там лежать, но ладно, у меня бензопила есть, поэтому нахуй у меня мачете, когда есть бензопила, блядь. Так, тихо, поворот, блядь, не проебываем. Заезжаем, нахуй, в ебучий двор. И хуярим на задание. Повседневная рутина, ёпта, блядь. Я не понимаю, что написано на этом шрифте. Я просто не понимаю. Какой же ты непроходимый идиот, долбоёб, хуйло, санина, залупа. Сломал телефон, Томми. Чё надо, нахуй? Кто тебя... Кому ты нахуй нужен, толстый? Не надо, нет. Египетская, дорогая, единственная в мире. Блядь. Эти болваны меня сильно подвели. Скоро каждый дурак будет думать, что можно продавать дуль в Айсити. А, так ты против наркоты, что ли? Ублюдки, чёрты, мафии. Эта банда укрепила свое лого против атак земли. А, поэтому Квентин. Это Квентин? Это не Квентин, если чё. Откуда здесь Лэнс вообще взялся? Квентин, Лэнс, бля, я еще не понимаю. Почему черный сейчас со мной? Откуда он тут взялся? Откуда реально он взялся здесь? Ты Диас сорвал сделку, прикончил моего брата, и он тебя прикончит? А, так это все Диас затеял, да? Он начинает мне доверять. А, так мы под прикрытием. О, нихуя себе. Оказывается, Диас, типа, антагонист такой первый, да, в игре? Окей, я понял. Вертолет. А почему Квентин? А, типа, Лэнс назвался Квентином. Лэнс Вэнс, блядь. Ой, извините, блядь. Кто-то, наверное, копил на эту яхту, я ее разъебал. О, нихуя. Прон Айленд. Ты когда-нибудь стрелял с такой штуки? Конечно, стрелял, вот только что. Ебать, я вижу дно, нихуя себе. Хе-хе. Промазал, извините. Ой, вертолета, тихо. Извините, парни, извините. Постараюсь снять можно больше стрелков. Хорошо. О, это киностудия. Это мы знаем. Это киностудия. Так, ну чё, пацаны, вам пизда. Я прилетел вас расстреливать. С пулеметом. Блядь, Лэнс, только это. Ты учти, я на геймпаде. Просто на геймпаде, как бы, Лэнс, братан, ну, не всегда удобно. Нормально. Выполняем. Тут вроде никого нету. Блядь, там вроде кентик был или нет? Вот они. Бля, будь я на мышке, пацаны, дал бы вантапчику каждый, и все. Вы бы тут уже нахуй не разгуливали. Бля, ебать, это какой-то наркокартель настоящий, реально, какой-то прям... Вроде красивый особняк, но, блядь, ну, пиздец. Бам, первый. Бам, второй. Немножко неудобно стрелять, но похуй. Там, типа, и зависли. Этих я уничтожил. Бам. Бам. Эй, Лэнс, можно поближе вон к тем кентам? Кто-то вроде всех уничтожил. Да, вот этих двух надо. Что-то стоят, не вникают, что происходит, блядь, здесь. Хорошо, еще. Зачистили мы задний двор, что дальше? А, еще одно здание. Блядь. Неудобно, но мы справляемся. Тихо, пальма, Лэнс, блядь, ну ты куда нахуй летишь? Не видишь эту ебучую пальму? Бам-бам, все, всех убил. Еще где-то есть? Ах, нихуя тут? По всем крышам эти, это мой остров. Нет, ты труп, охуенный разговор, блядь. Блядь, попади. Все, готово.
Дальше ты сам удар... Ты куда слышишь? Не, подожди, Лэнс. Черный, братан, помоги мне. Я не хочу сейчас один тут оставаться. Ну, пиздец, он меня бросил, да? Серьезно? Но благо у меня есть пулемет, 100 патронов, но, бля, не, нахуй, пулемет, я лучше УЗИшку возьму. Бля, это, конечно, сложновато. Моя первая самостоятельная перестрелка. Так, тихо. Мне дали звезду, вообще за что, блядь? Вот за что мне дали ебучую звезду? Тихо, не стреляй, братан. А чего такие косые ты, слышишь, серьезно? А вы вообще не попадаете, да? Ну, похуй. Где? Я не вижу, блядь. А похуй. Вообще похуям. Минус еще один. Забираем чемодан. Все, что ли? Так просто? Или что? Лэнс возвращается. За мной, так надеюсь? Очевидно, что за мной он возвращается. Сейчас похуй меня придавит вертолетом. Я это скипну, пожалуй, потому что он не может приземлиться. Хорошо. Че, выполнили? Вот так просто? Хотя, опять же, казалось бы, что вау, нужно... Чё за хуйня? Туру-туру-ту. Все мосты между странами снова открыты. Там все-все или что? Погнали опять к Зиосу. Самая быстрая лодка называется, здание. На, хейтер, блядь, пидорас. Нахуй ты размахиваешь, блядь. Ты прав, теперь слушай. Ты знаешь, у кого самая быстрая лодка на восточном побережье? Не знаю. У меня. И я хочу, чтобы и дальше так было. У любого контрабандиста отсюда и до самого Каракаса есть только одна мечта. Лодка быстрее моей. Вы слышите, что в лодочной мастерской буквально вчера достроили такую. Это я все. Короче, я сразу скипну, потому что я знаю. Я понял, что надо делать. Надо, короче, угнать для этого лоха лодку. Самую быструю. Типа, у него быстрая лодка, а есть еще быстрее лодка. Ему это не нравится. Поэтому что, у меня не остается выбора, когда ставить этому толстому бомжу, блядь, ебаную лодку. Ну, кстати, благо мы, блядь, въебались опять же. Блядь, мы... я потерял 15 хп. Возможно, эти 15 хп будут немного устоить. Да нахуй ты включаешься, радио ебаное. Я, блядь, у меня в настройках выключено автоматическое радио. Но ты это, блядь, юмор, нахуй, издеваешься надо мной. Вы пидорасы, блядь, что творите, блядь? Черти вы ебаные. Пошли нахуй, все, я на машине поеду, блядь. В этот ебаный дождь. Да, мне открывается вот следующий остров, второй. Вот так быстро, за 3 серии я уже открыл все острова в игре. Стоять. Бля, ебать, они очень долго останавливаются, я ебал. Я возьму хпшку. И поедем. Да, вот этот остров тоже крутой. Мне он больше нравится, чем прошлый. Чем первый, я бы так сказал. Так, это какая-то недвижимость здесь. Не, вот это крутой реально остров. Прям по кайфу. Ладно, похуй, не будем отвлекаться. Поедем в доки, в мастерскую. Убивать и угонять самую быструю лодку на восточном побережье. Вот только, бля, похуй, я по стычке ёбну. Типа, пацаны, извините, но так просто быстрее будет. Такс. Заезжаем. Тут, конечно, полно хуесосов стоит. По типу вот этого лоха. А тут тоже, типа, недвижимость? Можно будет купить доки эти или что? Блин, Василий, ты, конечно, меткий по линии парниши, но похуй. Побежали здесь. Ой-ой-ой. Тихо. Бля, в этой игре даже легче стрелять, что ли. Не знаю, или это УЗИшка такая охуенная в игре. Найти рычаг, чтобы опустить лодку. Это мы знаем, да. Полиция за мной. 2 звезды, блядь, пиздец. Это рабочие, они безобидные? Бля, не, они готовы меня отхуярить молотками, бля, и отвертками. Так. Давай, братан. Немножко криво, ну ладно, похуй. Берем лодку и просто съебываем ногу ко всем ебеням. Теперь садитесь в лодку. Тихо, тихо, тихо. Тут... мимо, мы промахиваемся. А они вообще не попадают по мне. Пацаны, вас что-то многовато здесь, блядь. Им вообще, то есть, они... Блядь, ребята, мне сейчас немножко за вас стыдно, что вы работаете, типа... охранниками, грубо говоря, но при этом вы, блядь, криворукие, не можете по мне попасть даже, хотя бы снять мне 15 хп, блядь. Ладно, странно. Ебай, быстро летим, слышишь? Ебай, полицейские лодки вообще похуям, блядь, просто я мчу. Просто мчу. И мы доставляем лодку. Ну, это как вообще просто было. Прям очень просто. Главное, Томми, это, ты воду, главное, не выйди, а то вы...
уплывешь, блядь, навсегда, нахуй. Плюс еще 3000 зелени в карманчик нам капает, бля. Но мы купим деньги, я не знаю, на что, правда. На что в это деньги... Где тратить деньги, я не знаю, кстати, но... Да похуй, я буду выполнять задание. Типа, пока мы здесь, далеко не будем уходить, будем просто выполнять его задание. Трубку возьмем только. Я полковник Кортес, потому что я верю, что ты человек дела, поэтому помоги мне, пожалуйста. Я буду ждать на яхте. Подожди, Кортес, у меня... Ух, нихуя у вас тут, блядь, пацаны. Че, очередь, что ли, на задание или что? Ладно, похуй. Спрос и предложение. Называется следующее задание. От этого ебаната сумасшедшего. Вынимайся, дерьмо пластмассовое. Бля, опять он что-то разъебывает, блядь. Кусок пластмассового дерьма. Ты про себя? Ха-ха-ха-ха. Чел, стой! Там... Там розетка, бро, там... Там розетка, братан, ты не воткнул. Чел обосрался. Да-да, купишь. Все мы так говорим, когда что-то ломаем. Куплю новый, а потом сидите без этой хуйни еще лет 15. Слушай, Томми, каждый месяц на яхте приплывает торговец наркотой и становится здесь на якорь. Он продает весь свой товар первому, кто доберется. Я хочу, чтобы ты взял катер. На, то хуй, потерять бы еще побольше. Но дело всех остальных засранцев, а товар привез мне, понятно? Понятно, бро. Сатик, я все сделаю. Ты мой хорошенький, пухленький долбоебик. Я все для тебя сделаю. Только, пожалуйста, не кричи на меня, нахуй. Идите к самой быстрой лодке на пристани, блядь. Игра напоминает мне об этом. Ну, ладно. Это, по-моему, у него цвет поменялся. Ой-ой, тут, надеюсь, не будет авторских прав, слышишь? О, опять ты, блядь. Что ты шоколадный? Ты, походу, реально заебешь меня, блядь. Он везде. Этот парень просто везде, он меня преследует. Да, чел, я скипну, потому что ты просто выебываешься, блядь. Я понимаю, что ты крутой. У нас конкуренты. Да яхта раньше других лодок. Ебать, а как, нахуй? Да без проблем, блядь. Это что, гонка, нахуй, или что? А я знаю маршрут-то, они почему-то... А, ну у нас же самая быстрая лодка, поэтому мы не боимся. Нам похуй же на это. Стреляй, стреляй по ним, стреляй, блядь, убивай их. Это конкуренты. Конкуренты нам не нужны. Ебать, ну это реально очень быстрая лодка. Я бы не сказал, что это самая быстрая, но она довольно-таки реально быстрая, блядь, что я несу, нахуй. Быстрая, блядь, не быстрая. Сейчас главное товар забрать и съебаться отсюда. Хуяк. Здорово, братан. Блядь. Ну, лодка, конечно, пиздец быстрая, но неповоротливая, нахуй. Здорово, брат. Дай мне весь свой товар, что у тебя есть, нахуй, и мы съебем. Ой, тихо, тихо. Вот это, и сразу экшон подъехал, попасть не могу по кенту, блядь. Блин, опять нос чешется. Да взорвись ты, ёб твою мать. Блин, Лэнс, пожалуйста, поаккуратней. Ничего не вижу. Ладно, похуй, я думаю, что он оторвется от меня. Ебать, или ёбнуть его. Короче, пошел нахуй. Такс. Пицца, бля, я и захотел, нахуй. Вертолет. Он за мной же по скриптам ждет меня, да, пока я проплыву, нахуй, или что? Вроде как, да. Что-то он стоит на месте, летит. Люди на причале. Где? Нихуя себе. Равней. Я ни в кого не попал, бля. Вертолет, тихо. Сейчас взорву хуям его. Бля, можно мост ебаный пролететь? Все, минус. Утонули. Ебать вы лохи. Бля, ебать еще катер спереди. Сколько этих конкурентов здесь? Еще враги по курсу. Да я вижу, Лэнс, но у тебя такая, блядь, манера управления лодкой, что просто... Никакой стабилизации прицела, блядь, просто... Хочешь пулю? Кто, я? Нет. Все, минус. Фух. И мне дали звезду. Хотя, блядь, зачем? Вот реально, вот проблема этой игры в том, что мне зачем-то дают звезды на заданиях. Хотя, ну, эти задания просто сюжетные, просто прямолинейные. Ладно, похуй. Это реально меня ебать не должно. Хорош, что стреляешь, приятель, ты самый настоящий маньяк. Вот тут пометочка, маньяки действуют в одиночку, в основном. Лэнс Вэнс Дэнс. Пока, Лэнс. С тобой было приятно иметь дело. 10 тысяч долларов на базу. И чё, от Диоса закончились задания. Серьезно, блядь?
И чё? Спортивный костюм. Я не знаю, где все эти костюмы реально искать. Тут много одежды, но я не знаю, где они находятся. Я без понятия, где магазины, где что. Ладно, похуй. Буду играть в дефолтный. Здорово, пацаны. Как дела? Чё, поехали тогда кому-нибудь, я не знаю. Но Кейвари, давно у него не были. Наверное, он ближе, тем более, находится. Но от этого дебилоида мы пока все выполнили. Я не помню, будет ли еще от него задание. Но сейчас вроде бы ничего не надо. Так что поехали давайте к этому старому деду, блядь. Попиздим с ним. Правда, я вообще не помню, нахуй, что задание он мне даст. Просто не помню. Эйвори, брат. Ну-ка, блядь, попробую. За 5 звонок. Я такой известный. Это Лэнс. Только виделись, блядь. Как раз... Раз уж тебя Лэнс, ну уже, блядь, будь проще. Иди нахуй, Лэнс, будь проще, блядь. Слушай, мы во всем справимся? Да, конечно, мы справимся. Мы же чемпионы, блядь. Ты и я без проблем. Нам придется это сделать, Лэнс, иначе мы с тобой покойники. Мы слишком глубоко влипли, но спасибо за звонок. Поговорим позже. Конечно, позже поговорим. Нахуй вообще иди, черный. Мощный удар. Или точный, блядь. Ну, как мощный удар называется. Опять лимузин с водителем без этого Эйвори. Ну-ка. Это Дональд Лав? Блять, Дональд Лав в сердечке моем, ребята. И слушай, может, чему и научишься. Ничего так не бывает ценное, как недвижимость. Как старая добрая война банд. Ну, за исключением массового бедствия типа библейской чумы. Но это уже будет излишне. Ты записываешь... Ебать, он его нахуй на место ставит. Главарь банды был бит, ты переоденешься. Завишься на похороны и устроишь мясорубку, а потом сваливай. Я понял. Да, вот это, конечно, ну, не самое простое задание, если честно, если так, если говорить откровенно, блядь. Но попробовать его стоит, попытаться с первого раза выполнить, потому что не хочется опять кататься. Вроде как в этой части, опять же, нету чекпоинтов, и чекпоинты только в Сан-Андреасе появятся. И тут, если я провалю, нужно опять будет заново ехать. Вот, да, это 100%, это да. Короче, тут нужно переодеться в одежду банды, вот эту белую, и явиться кентам. Но опять же, проблема в том, что эти типы будут по колесам стрелять, и пиздец, просто невозможно будет водить машину аккуратно. Вот чем нахуй загвоздка, но попробуем. Как бы я нахуй этот, супергерой, блядь. Так, подъезжаем аккуратненько, здесь подъезжаем, переодеваемся. Тут тоже здесь баг, где-то, я помню, я недавно играл здесь, был баг. Если заехать на тачке около, прям почти, ну типа к двери подъехать, она у тебя пропадет, и Томми будет думать, что нужно в нее сесть, а ее не будет. И поэтому он не сможет вообще никакую тачку сесть больше будет. Короче, эти баги, конечно, да, это отдельная нахуй история. Ебать тут нахуй, что творится, тут тоже банды против банд. Бля, конечно, сложновато будет здесь. Так, прицеливаться, да, так же, если что, из машины. Давайте пройдем мимо. По мне уже стреляют. Отлично, вас заметили. Да похуй как-то. Подожди, а у меня нет патронов в Крюгере, кстати. У меня патроны отобрали. У меня отобрали мои патроны. Че, он будет выезжать-то? Ебать, тихо! Парень, ты че, попутал нахуй? Долбоебик. Сука, ебать вас тут нахуй. Бить негров. Поехали. Блять, слишком много света. Только нет, только не загорись. Блять, загорись. Пиздец, что творится нахуй? Все? Или что? Я взорву ее. Вот он. Чел, все. Сматывайся из Литл Гаити. Еба это гаитяне маленькие такие, сука, страшные кенты, но все нормально. Вроде. Без проблем выполнил, с первого раза. Очень сложно, если честно, но нормально, мы справились. Литл Гаити, блядь. Звучит как, я не знаю, никнейм какого-нибудь рэпера, блядь. Литл Гаити, нахуй, на базе. Кубинская одежда доставлена в магазин. Это я знаю, да. Так, ну чё, отправимся к Кортесу? Бля, мне бы переодеться, потому что я не хочу разгуливать в этой одежде на всяких островах, тем более, если я на этом острове буду гулять в этой одежде, другая банда будет по мне шмалять. Ну, логично. Поэтому мне бы сейчас желательно сменить одежку. Бля, а вот
Я бы, конечно, заехал бы за пиджаком, но я не помню, где магаз находится, одежда этот. Блять, вообще не вспомню ни в жизни. Поэтому, наверное, отправимся домой. Возьмем наши традиционные шмотки. Блять, заканчиваются патроны в МПХе. Сука, а МПХ имба в этой игре. Ну ладно, будем что-нибудь сейчас думать. Потому что у меня в Сайге больше нет патронов, как оказывается. Куда-то они делись, просто испарились. Блять, радио, блять, не надо включаться, реально мешаешь, нахуй. Может, реально попытаться найти магазин. Ну, сука, я вообще не помню. Где-то в этом районе. Где-то здесь. Ну, блять, ладно, похуй. Переоденемся уже. Наконец, и все, нахуй. Звонок. Эй, Лео, для тебя работка есть. Это бита, это не Лео. Если Лео узнает, что ты взял его телефон, он тебя убьет. Не, Лео уже покойник, братан, извини. Реально, блядь, недонос. Замочил Лео? Да у тебя остальные яйца. Хочешь поработать на меня? Приезжай в кафе моего отца в Литл Гавани, поговорим с глазу на глаз. Нихуя себе. Бля, нихуя, ладно, поебать. Я не помню, честно, такого поворота сюжета, но ладно. Обычная одежда. Берем и едем к Артесу выполнять его задание. Уже, кстати, 25 кусков у нас имеется в кошельке. Потому что я не думаю, что у Томми в Версете есть банковская карточка, блять. Хотя как-то деньги на не должны капать на счет. Эх, ладно, это уже игровая условность. Ocean Beach. Блять, эта тачка очень, конечно, крутая, но очень медленная, блять. И буду ехать, я миллион лет на ней. Особенно Кортесу. Ладно, похуй, поехали. Пока мне вообще все нравится. Ни одно задание я не проебал. Прохожу все с первого раза. Уже скоро конец игры или нет? Хотя, бля, я не знаю, сколько. Вот честно. Вот где-то уже скоро будет такой промежуток игры, где я реально, блядь, не помню, сколько нужно еще играть. Вроде как самые такие дефолтные, вступительные задания я уже прошел. Которые все уже проходили на старте всегда игры. Ладно. Поиграем, увидим. Заходим снова на пирс. Да, сэр, называется задание. Диас очень довольна, хотел бы снова видеть тебя. Это хорошая новость, конечно. Хотя я начинаю думать, что наши прошлые неприятности дел рук Диаса. Нихуя. Почему так думаете? Против каждого человека, как Диас, обвинения не обвинешь. Я просто вслух размышляю, неважно. У меня есть выгодное движение для тебя. Ну-ка. У меня реально нет времени для этого. Тысяча долгов будет в этом за любую возможность, Томми. Хотя бы выслушай меня. Слушай, у меня есть покупатель на военную технику, которую сейчас везут по городу. Достань ее для меня. Угу. Как только это сделаешь, сразу звони, а затем... А-а-а, вот это да, вот это, конечно... С одной стороны, казалось бы, что ебать, как это сделать? Но я-то знаю лайфхак небольшой, как это задание можно легко выполнить. Короче, суть задания — угнать танк. Наконец-то я поиграю в... Посижу, блядь, в танке, ебать. Мне дали армор, кстати. Короче, нужно... Тема такая, будет конвой. Насколько я помню, будет конвой. И всякой военной техники дефолтной, военных с автоматами. Но похуй, это не страшно. Подъезжаешь к какому-то углу и просто тупо отстреливаешь их. Вроде как. Бля, сейчас прикиньте, если не получится, нахуй, я ща охуею. Ну, вроде как это задание можно легко выполнить. Типа, садишься в танк, все, ты неуязвим. У тебя там 5-6 звезд, но ничего страшного, ты в танке, ебать. Ты в танке, и тебя никто вообще никогда в жизни не тронет. Вот по этой дороге они будут ехать. Вроде как, блядь, я где-то здесь остановился. Вот можно вот тут за углом, наверное, встать. Хочешь, давайте, вон они едут. Я встану вот тут за углом. Во-первых, я сделаю вот так вот. Я встану вот тут вот. Тут и армор на всякий случай. Они подъедут. Прям мне... Ну, я бы, кажется, расстрелял бы с этого дерьма. Ну, попробуем с этого пострелять. Чё это вообще такое? М60, ебать, нихуя себе. Ебать, тебе удобно нахуй так сидеть, бро? Ебать, он неподвижный. У него нет чувств. Он не дышит, кстати. Он просто не дышит. Вон Хаммер. Бля, поближе, поближе, поближе. Вот это хотя бы вот на перекрёстке сюда. Вон танк едет. Первый. Второй. Блять. Третий. Блять, вот чел стоит, конечно, тут вот этого кина надо вальнуть. Хотя похуй. Вообще похуй, все, чел, давай, съебал. Че, куда сел, блядь? А, 3 звезды всего мне дали, ну это вообще копейки. Типа, 3 звезды за такое задание. Активируем протокол Дельта. Кенты, блядь. Тут, конечно, нужно это, поменьше взрывать. Но, блядь, тут такое, конечно, такое желание.
повзрывать всякие тачки, бля, ебать, взрыв. Но это если до максимума дают, я взорвусь, короче, да, точно. На, блядь, чмо ебаное. Поворачиваем налево. Прикол в том, что сейчас я подъеду, отвезу в гараж этот танк, и все, про меня все забудут. Я уже нахуй никому не буду интересен. Вот так вот это и работает. Логика GTA, она прекрасна, друзья, просто прекрасна. Чё за линии, блядь, ебаные здесь? Опять какой-то баг очередной игры. Выйти из танка, все. Погони больше никакой нету за мной. Все. Элементарная, 2000 баксов. Просто легко. Не почувствовал. Кстати, тут рядом же задание есть какое-то. Вот эти синий огонек такой. Синий взрыв. Давайте к нему, наверное, подъедем. Раз оно тут рядышком, это, наверное, будет последнее за сегодня задание. Такс. Это Кен, который нам позвонил, пригласил нас. Опять звонок, блядь, заебёте. Это Пол. У меня есть новости, надо пригласить лично. А, Кент Пол, точно, в клубе Малибу. Думаю, ты будешь очень признателен. Пока, приятель, увидимся. Я не знаю, вот это задание по сюжету либо нет, но похуй, пойдем. А в какую-то кафешку мы. О, это же Трехо, да? Да не Трехо, или как там? Подожди, пап, это ко мне. Ты этот пацан? Я. Лодочный заплыв, так называется. Нет, не я, блядь. Я баун тупой, нахуй. Я не думаю, что секу. Ты решился сюда прийти? Ебать, от первого лица камера. Поляться дурака за... Да нет, чем, мне похуй. Ебать, мы его нахуй на место поставили. Я назову его бабой, пап. Посмотри только, у него вся одежда бабская. Нормальная одежда, слышишь? Ведь крутой, он родился как баба. У тебя, наверное, и трусы женские. Ты имеешь против женщин, предпочитаешь мужчин, крепыш? Нихуя себе. Я люблю свою мать. Я тоже твою мать люблю, если честно. Она прекрасная женщина. Что нужно сделать-то, братан? Ты умеешь водить? Нет. Не получится. Я не умею водить. Ну, я там в танке был, но... Разве это машина, блядь? Ты поможешь нам, блядь, что делать, скажи мне. Может, это кажется настоящий мужик, а? Возьми лодку. И чё, блядь? Так что у тебя очко не играет. И яйца железные. У меня они хотя бы есть, включить тебя, нахуй. Ты сидишь, поручаешь мне. Подожди, а что делать, нахуй, надо? Я Рико. А этот самый чувак с железными яйцами? Я. Томми Версетти, поехали. Ладно, приятель, обращайся с ней как с женщиной. Бля, вы что, ебанулись, нахуй? Хуйня необязательная. Вот что это такое. Я, честно, думал, что... Что-то будет интересно, а это говно. Это дерьмо, ну ладно. Как последняя миссия на сегодня? Ну почему бы? Возможно, какие-то деньги мне заплатят за это. Блять, 24 точки за 3 минуты, блять, это же легко. Ну ебай, ну объективно, это же просто элементарно. Рико, братан, блять. Это какая-то хуйня, ёпта, блять. Узкие всякие каналы здесь. Бля, ну ебать. Ну конечно, да, все-таки с водной техникой в старых частях GTA, конечно, проблемы, как по мне. Это связано с тем, что движок... Делает неуправляемыми ими, в плане в поворотах. Ну, нихуя знает. Возможно, я могу ошибаться, но это чисто мое личное, блядь, мнение. Ебать, сейчас бы не перевернуться, блядь! А можно ускориться? Тихо, 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 блядь, еще трамплин. Да вы заебете с этими трамплинами, блядь. 19 точек за 2 минуты, боже, это же просто, блядь. Я сейчас случайно не нажал кнопку выхода из лодки, блядь. Ибо я даже не знаю, что у меня будет за это задание. Я просто вообще его не проходил, мне кажется, никогда. Но играл его. Да ты рахляй, стучать, давай беги к мамочке. В смысле, блядь, чел? Давай я сейчас тебя просто угандошу здесь и все. Ты нахуй останешься, я буду тебя, блядь, рыбой, блядь, жрать. Ты ебанат Рико, блядь. Рико это вообще кетчуп, а майонез такое название. Извините, блядь. Вообще не в тему. Под мостом надо. Блин, ну конечно, вода здесь красивая, базар ноль. Лучше, чем в третьей части. В разы. Еще и разворот назад, да, блядь? Блядь, чуть ли не проебался. 12 точек. Ты и вправду мужик? Чё? Я вообще мужик-мужик. У меня знаешь, какой хуй огромный, блядь. В твой рот, правда, не поместится. Ха. Еще очередной мост. Проехали, блядь. Блядь, трамплин. Ебал эти трамплины, блядь. Они неудобные. Ну похуй, разгонимся. Тихо-тихо, даже анимации не было никакой. Сука, тихо, блядь. Подожди, тут можно, типа...
О, нихуя себе камерку добавили новую в игру. Кинематографичную, кстати. Бац, блядь. Еще 5 точек за минуту, бля. Боюсь, не успею. Время поджимает. Боюсь, сейчас проебусь. Я тебя тащусь. Рико, ты чё, гей, блядь? Ты-то поаккуратнее, блядь, с языком, нахуй. У меня 40 секунд. Чё-то мне кажется, как будто бы я не успеваю, но хотя это глупости, блядь. 3 точки, ну... Да не, я успею. Ну, камон, блядь, чё за глупости? 30 секунд, да все, все нормально, по кайфу. Все, все, красная вон эта хуйня. Ну что получается? Халява? Сколько мне денег дадут за это? Я это просто так это сделал. У тебя реально железный? 1000 баксов? Ну знаете, за это 1000 долларов? Ну в принципе халява, опять же. Ничего сложного тут не было. Вообще, блядь, ничего, на нахуй. По ебальничку. А, ты охуел? Хуйло ебаное. Ладно, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем бэ-бэ.